Здравоохранение, строительство и промышленность. О чем еще говорили представитель президента и журналисты округа? В Нижнем прошла пресс-конференция с Михаилом Бабичем. Личный губернатор решает проблемы земляков после встречи. На очередном приеме Сергею Морозову задали самые разные вопросы и попросили помочь. Час кода пробил. Для сотни подростков, которые увлекаются информатикой, проведены встречи с самыми успешными IT-специалистами области. Кадры присматривают еще со школы. Собачья смерть. Бродячие животные снова в центре внимания. Чего добиваются защитники и почему молчат охотники на собак? Обсуждаем комфортную среду для инвалидов, но так ли все радужно? Слабовидящим не разрешили с поводырями ехать в маршрутке. Скандал вышел за пределы области. Посмотреть легенду. Ульяновцы сходили на премьеру фильма о Коловрате и рекомендуют землякам насладиться картиной. Смотрите в воскресенье в 9:45 на «Россия-1».